Давайте сделаем все Адамчику спасибо большое. Адамчик организовал все вот это помещение, он всегда убирает. Вообще, от святой человек, серьезно, от Адамчика надо здесь просто слов никаких нет. Это нет слов, да, да. Есть слова, простите. Куда нас приглашают? Скажи, Бог, куда нас приглашают в ближайшее время? Здесь же? Во вторник. Вот слушайте, здесь же во вторник. Ты знаешь, что такое? А Рома не знает. А как он все не доказывает? Рома, теперь это вообще... И показывайте на летчика, что летчик здесь, да, понимаете, летчик, китайский, летчик, что он где-то так. Летчик, да, летчик, да. Давно в дом кино не заходит. Олег, он приедет позже меня, но Свободе Павловне эти... Детки. Не детки. А музыкальные. Так, Адамчик,
Еще раз сделай, кажется, у меня... Еще раз. Я понял, надо открыть самый глаз. Да, давай, вот еще раз, так. Все. В общем, не красавицы, но не все красивых любят, а кому что нравится. Литературы. Я просмотрела ряд своих произведений, поняла, что по эстетике вообще очень подходит. И вот такое стихотворение «Сон в душную ночь» вполне такое, как можно выразиться, готичное. Написано... Сорви его и дари в Иванова ночь до зари. От зверя в строю в помощь его лесорубам хранят. Он призлив убивает летучий цветок огня. Жунтели меня ломасуа усо, но одиве перту далула усо, но одиве перту далула. Там разные, там вот это и Надежда, еще там какие-то поэтессы. Все покорители, покорители. Праздника! Ура! Ура! Пока трезвые снимай нас. Снял. Да.
купаться! Да, давай, снимай, снимай, давай. Хорошие люди все. Что? Развалился. Садись. А да, вы где садитесь? Мне предупреждали, что здесь уже нет. Да, видите? Да.